Хочется сказать про самую первую открытку. Так, ощутилось, что это такое небольшое окошко-сказку, где сконцентрированы такие две первые строчки песни, и они вот их можно и прочитать, и вчитаться, всмотреться, и их вот все иллюстрации, они вдохновляют и раскрасить их потом, и дарят еще больше чувств. Благодаря иллюстрации получается гораздо больше ощутить.